Если кто тебя обидел, очень сильно огорчил, и тебя возненавидев, боль сердечку причинил. Ты не можешь быть веселый, ты задумчив и уныл. Ты подумай, друг мой милый, как Христос бы поступил. Он любил тех, кто злословил, он любил врагов своих. Крест ему народ готовил, он молил отца за них. Всем обидчикам за зло воздавай, и ты добром. Это средство неземное примирить тебя с врагом.